Ну, что скажешь? Неплохо. Просто я не хочу быть тупой фифой, в смысле... Я не хочу превратить тебя в фифу. Ты должна быть как два в одном. Лед и пламя. Училка и стриптизерша. Стриптизерша. Отталкивать парня холодным безразличием, будучи при этом вихрем чувственного соблазна. Так, теперь искусство флирта. Но я умею. Да уж, умеешь. О, меня зовут Эбби, я люблю Толстого. Еще люблю кошек, грядки и пикник на природе. Не катит. Эй, малыш, ты носишь белье? Вообще, я бы не спросил так и не хватал за зад. И чем плохо помять попку? Хрен ли мне проку, если нельзя пощупать? У тебя есть дырочки, да еще пара сисек. К тебе сейчас проснулась похотливая сучка. Я способна очиниться. Может, хватит, а? Что не так? Хватит водить пальчиком куда не надо. По мне. А что, тебя это заводит? Может быть. И мне это нравится. Правда? Размечтался. Так и знал. Слушай, не учи ученого. Ну, хватит. Кто там? Это Коля. Я еще не готова. Или готова? Я не готова. Я не могу открыть. Тихо. Слушай, поговори с ним не больше минуты. Пошли. Меньше минуты? Да. Меньше минуты. Нет. О, боже. Нет, постой, постой, иди сюда. Вот так. Ты редкостный дебил. Привет. Привет. Ого, шикарно выглядите. О, спасибо, да я тут типа посуду мыла. Так, что случилось? А в каком смысле? Сказали подождать, не перезвонили. О, боже, это были вы? Да. Извините. А, ничего. А, Колин, может, созвонимся попозже? Столько посуды накопилось, я ужасно занята. Эбби. Что теперь? Теперь все отлично. Пускай помучается. Помучается? Мучайся. Эбби, я...